Участок дороги на Зоопарковой улице перекрыли с целью замены теплотрассы. Теперь водителям авто, желающим попасть с улицы маршала Говорова на Фонтанскую дорогу, необходимо двигаться в объезд Зоопарковой. Работы продлятся 2 месяца, до 14 июля. Мы ведем сегодня работы по перекладке теплотрассы, вынос из пятна застройки жилого дома Зоопарковой 8, согласно проекта, на улицу саму Зоопарковую. Для производства работ получено разрешение от Департамента муниципальной безопасности Одесской міської ради, согласно которого он действует с 6 квітня по 10 жовтня. А конкретно на данном участке, согласно распоряжению городского головы, мы работаем с 14 мая по 14 июля. Это участок от въезда аварийного в троллейбусное депо бывшее до скорой помощи.